Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной микрофон. Вот в такой коробочке он приходит. Как бы коробочка-чехол. В комплекте есть проводок и инструкция. Микрофон Q7. Находит сразу Q7. Происходит подключение. Можем включить сразу музыку. Так, я короткими мелодиями, чтобы YouTube меня не забанил. Так, это была максимальная громкость. Раз. Как видите, можно вот здесь параллельно, я говорю в микрофон, вот сейчас. И вот этой кнопкой я подключаю музыку. Музыку выключил. Или сделал ее тише и продолжаю говорить в микрофон. То есть я добавляю или убираю музыку. Вот так. Раз. Здесь вот эти кнопки. Вот эти кнопки не регулируют громкость музыки, а именно ваш голос. Вот, например, раз. Видите, я убрал громкость, не слышно. Точно так же вы добавляете бас или уменьшаете бас своего голоса. Или высокие частоты убавляете, или добавляете высоких частот и басов на свой голос. Вот, также можно добавить эхо. Ну, работает круто, классно. И мне нравится, что здесь вот именно это есть кнопка музыка. Вы включаете музыку. Вот, вы ее убрали, говорите, добавили. Убрали, говорите, добавили. То есть, это вы делаете сами. Да, эхо мы тоже убираем. Довольно чистый звук у него, хороший. И также вот здесь есть кнопки. Они нажимаются. Вот, видите? То есть вы можете здесь останавливать, не обязательно на телефоне. И переключать мелодии тоже можете здесь, прямо на микрофоне. Ну, отлично. И то есть вперед-назад, пауза, зарядка, микро-USB и USB-выход. Вот, как видите, можно подключить туда еще флешку и с нее считывать музыку, а не с телефона. Ну, функциональная вещь, классная, легкая, хороший звук. Можно использовать как на праздниках, корпоративах, так на детских утренниках. Ну, классно. Что сказать? Прикольная, классная штука. Так, вот пришла вот такая еще штучка с AliExpress. Стоит буквально там 20 центов. Но сейчас я вам покажу, для чего она нужна и как она меняет звук, если ее использовать вот для таких микрофонов, например. Мы говорим «привет». Вот именно вот таких букв «П», вот оно должно звучать так грубо и некрасиво. И сейчас то же самое скажем вместе с этой штучкой. Так, вот смотрите, я одеваю ее. И говорю «привет». С этой же штучкой, такую же фразу, да, приблизительно, чтобы услышать, насколько влияет этот фильтр на качество звука. Оно должно гасить вот эти все неприятные «п», вот эти буквы «п». Ну, вот я сейчас специально это утрирую, но «п», а, ну, вообще... Без этой штуки этот оно, естественно, будет намного сильнее. Вот вы одели, и оно уже скрывает вот это все. Так что рекомендую всем владельцам, у кого есть вот такие вот микрофоны, дополнительно купить буквально, я же говорю, 20 центов на AliExpress вот такую вот защиту. Очень круто, что идет в таком чехле, то есть можно с собой транспортировать где-нибудь
Ну, если вы действительно работаете на каких-то праздниках или утренниках, да, как оборудование, да и хранить в нем хорошо. Вот такой микрофон Q7 сегодня был у нас на обзоре. Отличный, рекомендую. Ссылка будет под видео в описании. Вы были на канале «Взагалипы взглям». Всем пока.